республике вот за последние несколько месяцев один из главных вопросов, который волновал людей, это были те люди, которые пострадали от банкротства наших банков. Они потеряли свои вклады, очень нервничали, что их не вернут. И вы знаете, что больших трудов стоило главе республики и руководителю агентства по страхованию вкладов Исаеву определить совместный вектор деятельности в этом направлении. Судебные решения идут, уголовные дела тоже идут, люди должны отвечать за содеянное. Мы в эти дела не имеем права вмешиваться, это уже сфера правоохранительных органов. То, что касается пострадавших людей, которые потеряли не вклады, а потеряли деньги, которые находились на расчетных счетах, мы туда тоже не имеем права вмешиваться, это прерогатива внешнего управления банков. Мы по указанию главы республики занялись и оказали помощь максимально возможную в наших компетенциях тем людям, которые потеряли свои вклады. Thank you.